настроение, Александр? Хорошее. Скажите, неужели даже в этой ситуации ты не задумывался о том, чтобы все-таки отказаться от тренировок? Нет. Почему? Я уже объясняла, это моя цель, я хочу ее достичь, и мне абсолютно не важно, как откатался кто-то, какие-то соревнования, чего мне может это стоить. Не знаю, что обычно говорят. Мне было ощущение, что ты вот на этой олимпиаде близка прям к нему, потому что по тренировкам уже были попытки. Здесь даже было хуже, чем на тренировках в Хрустальном. Я в Хрустальном очень редко ошибалась на нем. Не знаю, и в этот раз я не волновалась почти. Это было долгожданное выступление, и даже, не знаю, это не было каким-то... Обычно я волнуюсь и не могу сделать его, и чувствую, что не могу. В этот раз я была абсолютно настроена на все, и не знаю, почему не получилось. Ну, ты такая радостная. Это то, чего ты ожидала вообще от Олимпиады? Нет, от Олимпиады представляла себя по-другому. Не знаю, ожидала чего, но представляла по-другому, как это будет проходить. Здесь все по-другому. Но, да, мне очень понравилось выступать, поэтому радостная. Я была... Не знаю, очень... После того, как я упала с акселя, все остальное я делала легко, и мне было... Ни о чем уже не думала, я старалась показать образ, мне было очень приятно. А в чем различие? Вот ты говоришь по-другому. В чем другость? Не могу сказать. Ну, это просто разные. Баллы свои помните? Сегодня? Да. 74. Это хороший балл? Довольный? Это балл, который я получаю всегда, если падаю с акселя. Ну да. Ну, нормальный абсолютно, да, балл. Да. Скажи, Саша, а можешь тогда, вот ты говоришь, что твоя цель сделать аксель, да? Можешь немножко рассказать о том, какая у тебя, в принципе, вообще мотивация и цель на этой Олимпиаде? Потому что ты говоришь, ну, чаще, да, в интервью про аксель и прыжки, нежели про победу, к примеру. На этой Олимпиаде в чем твоя цель главная? Прыгнуть аксель, катать чисто коротко, катать чисто произвольно. Ну, то есть, главнее, условно говоря, прыгнуть аксель, чем олимпийское золото? Нет, нет, главнее, не главнее. Если я прыгаю аксель и катаю чисто, ну, есть вероятность того, что будет олимпийское золото. Нет, значит нет. И цель моя кататься чисто. Александр, многие ваши поклонники, я думаю, были разочарованы, что не увидели вас в команднике. Можете рассказать, что может быть, вы им скажете, и какие эмоции у вас? За это не было и обидно, что замена так не делала. Конечно, хотела поучаствовать в команднике, но никак не повлияло это, не поставили это их решение, я не могу ничего об этом сказать. А вы узнали секрет об этом здесь уже, на Олимпиаде? Или... Да. Даже после короткой программы? Ну да, как все, так и я узнала.